Близ улицы Родниковой в микрорайоне Мостовая благоустраивают пляж. Совсем недавно здесь был неухоженный, заросший участок земли с кучей мусора. Сейчас на правах аренды территорию обустраивает ТОС «Мостовая Слобода». Готовить пляж начали несколько месяцев назад. Водолазы Центра гражданской защиты провели обследование дна. Позже активисты убрали поросль и мусор, вырубили аварийные деревья. Но работы еще много. Пока что сюда только начинают завозить песок. Но уже к концу июля жители города смогут посетить этот пляж. Здесь будут располагаться беседки для отдыха, а также планируется развитие другой инфраструктуры. В планах обустроить летнее кафе, поставить лежаки и кабинки для переодевания. Хотят тосовцы и организовать прогулки на сап-досках. Рядом находится лодочная база, где отдыхающие смогут взять в прокат байдарку или каноэ. Так что скучно не будет. Развитие такой интересный проект получил благодаря победе в конкурсе президентских грантов, а также заинтересованности ТОСа «Мостовая Слобода». Здесь вот все время свозил сюда мусор. Вот видим, здесь и блоки фундаментные, которые привозили, здесь чего только не было. Поэтому здесь вот из свалки хотим сделать хорошую территорию для отдыха. В связи с закрытием на время реконструкции моста на Минаево, пляж напротив ТРЦ «Аквамола» закрыт. Поэтому новое место отдыха будет отличной возможностью хорошо провести время с семьей или друзьями. Добраться до будущего пляжа будет несложно. Находится он в микрорайоне «Мостовая». До остановки торгового центра «Метро» можно доехать на маршрутках номер 5, 16, 50, 71. Оттуда пройти около 400 метров пешком чуть дальше улицы Родниковой в сторону грибной базы. Для автолюбителей возле пляжа будет предусмотрена парковка. Кирилл Савосин, Сергей Кудаков, Управда ТВ.